Присаживайтесь, пожалуйста, поудобней. Начнем увлекательное путешествие страницами Торы. И э, на этой неделе мы продолжаем изучение книги «Шмот», второй книги Торы, э, увлекательной книги, интересной книги. Э, книга, которая открывает э, активную фаз, фазу исполнения Божьего плана – книгу, которая описывает избавление еврейского народа из египетского рабства, книгу, которая является прообразом спасения человечества, которое совершил еврейский Мессия, ставший их пасхальным акцем, умершим за грехи всего мира. И на этой неделе мы изучаем с 6 главы 2 стиха по... 9 главу до конца. Наша глава начинается следующими словами. «И говорил всесильный Смаше и сказал ему, «Я Бог, я открывался Аврааму, Ицхаку и Якову в образе всемогущего, но своей божественной сущности я им не открывал. И заключил я с ними союз мой, чтобы отдать им страну Кнаан, ту страну, в которой жили они, и также услышал я стенания сынов Израиля, которых египтяне порабощают, и вспомнил я союз мой». Удивительный, удивительный и интересный и важный отрывок Торы. И мы видим, что Творец хочет открыть свою новую божественную сущность своему народу, в первую очередь, и своему творению. И начинается новый этап. В этой книге зарождается начало нового этапа новых отношений Бога с человеком. Это происходит в контексте Божьего плана спасения, в котором, как мы с вами хорошо знаем, ключевую роль играет именно еврейский народ. И происходит это в очень такое интересное время. Если мы посмотрим, то ситуация для народа, она, ну, скажем так, критическая. Потому что э, рабство, оно настолько э, глубоко вошло в сознание еврейского народа, что уже было просто необходимо вмешательство Всевышнего. И э, если мы будем внимательно читать э, э, последнюю часть э, предыдущей главы, то мы увидим, что даже после того, э, когда э, усугубились обстоятельства, после того, как начали больше требовать сирийского народа, то к фараону пришли решать вопросы не народ, пришли решать вопрос надзирателей. А кто такие были надзиратели? Это были люди, это были наемники, которые работали у египтян. Ну, к примеру, как во время Второй мировой войны были люди, которые работали на фашистов, так это были своего рода такие же самые люди, люди перебежчики люди, которые их не уважали, ну, они их презирали в народе, и они пошли к фараону. Причем пошли они не решать вопросы народа. Если внимательно читать, то мы увидим, что они пошли решать свои вопросы. Потому что написано в конце главы, что египтяне, они как раз спрашивали с надзирателей народа. И они пошли решать свои вопросы. Мы не видим, чтобы еврейский народ хотя бы намек какого-то бунта, какого-то возмущения. А мы знаем, что эти ребята очень скоро умели такие возмущаться. И народ, он был свободолюбивый. Мы не видим намека на восстание какое-то. Нет, состояние было, они смирились со своей ситуацией и в таком состоянии своем пребывали и в состоянии вот этого арабского мышления. И если бы не такое вот стремительное вмешательство Бога, то этот народ, я думаю, превратился бы еще в одну этническую группу, которая перестала бы ну, иметь свое существование, как многие народы того времени. Если посмотреть историю, то множество народностей того времени... На фоне вот, порабощения, военных действий, оно просто растворялось и переставали они вообще существовать. Интересно также, что э, сам Маше, э, как руководитель, будущий вождь народа, сам Маше э, после первых своих действий, с, с первой встречи с фараоном, он пришел в такое немножко разочарование – и усомнился даже в какой-то степени в исполнении своей миссии и мы видим в нашей главе начинается э, начинается вот такое явное вмешательство божие и бог начинает говорить с маше в первую делу первым делом он начинает говорить с будущим вожьем вдохновляя его и э, все как раз с этого и начинается и бог напоминает маше э, первое что делает это завет Завет, который Бог заключил с Авраамом и с Хахом и Яковым, и э, завет, как мы знаем, и это знал израильский народ, завет, который был подкреплен определенными обетованиями, которые Бог дал э, своему народу, и одним из таких. Ярко выраженных или ключевых, хотя правильно сказать, что там все были ключевые, но такие моменты, которые можно было связать, связать с пребыванием еврейского народа в Египте, было обетование земли, причем обетование явно не египетской земли, и обетование произвести великий народ. Причем это величие, оно не обуславливалось многочисленностью народа, а обуславливалось тем, что народ, он должен был нести больше, больше откровения другим народам и народ, который знает Бога. И интересно, есть такое мнение, вот именно по поводу того, что Бог напоминает завет Авраама, что э, таким образом он показывает Маше примеры веры, э, веры патриархов. Э, потому что если посмотреть на жизнь э, патриархов, жизнь их была не очень простая. Тот же Авраам, э, который ждал до 100 лет э, наследия ребенка, и неужели Бог не мог дать ему раньше ребенка? Мог, но он должен был пойти определенный путь. Он показывает э, пример Якова, который 20 лет служил практически слугой ну, за, жен, за жену свою. Мы примеры с Хаком, молящегося 18 лет за бесплодную жену. И показывая эти примеры, Бог, Он хочет показать, что это был путь определенный путь, который шли патриархи путь вверх, путь к познанию Богу, для того, чтобы они не, ну, в их сознании не произошло этого такого приземления, чтобы они не поняли, что это э, их какие-то заслуги, их недостояние э, привело их к избранности, а то, что это Бог везде, всегда, действие Божие, э, слава Божия являлась в их жизни. И... Именно э, от них они стали патриархами будущего Божьего избранного народа, э, народ, э, народа, который сыграл, как я сказал, ключевую роль, играет ключевую роль в Божьем плане спасения. И вот именно в такой ситуации, как мы видим, в критической ситуации, Бог приходит, э, Бог вдохновляет Маше, и потом э, он начинает говорить с народом с народом он говорит, народу же Бог говорит следующее. «Поэтому скажи сынам Израиля, я Бог, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от служения им, и спасу вас мощью великой и страшными карами, и возьму я вас народом себе, и буду вам всесильным, и узнаете вы, что я Бог всесильный ваш, выводящий вас из-под иго Египта, и приведу вас в страну, которую я поклялся отдать Аврааму, Ицхаку и Якову, и отдам ее в наследие вам. Я Бог». И в данном тексте мы можем видеть пять глаголов. Они нам хорошо известны. Мы ну, знаем комментарии, читаем, и они нам известны. Пять глаголов – «Выведу, избавлю, спасу, возьму и приведу». И в еврейской традиции вот первые четыре глагола связывают с четырьмя последующими знаниями. И также эти глаголы как бы хорошо нам известны, как четыре чаши, которые пьются на пасхальный седр. Они также с этим связаны. Но я сегодня хочу коснуться пятой, пятого глагола, и пятая часть приведу вас в страну. Традиция, традиция она связывает и, и это с освобождением... Машеха, во время Машеха. И, ну, как мы с вами знаем, к сожалению, многие наши братья, они еще ожидают этого времени, время, которое уже наступило. Как мы с вами знаем, 2000 лет назад, 2015 лет назад, нас, наш Ишуа Машех, Мелых Израиля, царь Израиля, он освободил свой народ на кресте Голгофы. И Он достоин славы. Давайте мы, может быть, воздадим Ему славу за это. Я думаю, что Он достоин этого. И э, удивительные слова написаны, в, не удивительные, они истинные слова, написаны в книге Иоанна, 8 глава, 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». И вот и Бог предлагал предлагал и предлагает еврейскому народу истинную свободу. И подобно тому, как тогда и избавление израильского народа из рабства, это был процесс, это, это не было, что вывелся из Египта, все, спас, и на этом все закончилось. Нет, это был процесс. Египет еще, как мы с вами знаем, он оставался определенный период времени в сердцах еврейского народа, так и сейчас, несмотря на то, что у Израиля имеет землю, несмотря на то, что как бы земля уже израильская, но пятая часть, вот эта вот, приведу вас в страну, которую я поклялся отдать Аврааму и Цхаху она в процессе исполнения. И начало исполнения этой части, оно началось опять-таки, со времен пришествия Ишуа Мессии, когда первые евреи, они уверовали в Ишуа как Машеха, и она в полноте исполнится тогда, когда в момент второго пришествия Иешуа, когда весь израильский народ, он воззовет Баруха Бабы Шем Адунай, когда весь Израиль, он скажет «Благословен грядущий во имя Господня». Потому что э, вот, вот сами обетования Авраама, они условиями, вот мы вчера с Витей размышляли тоже по этому вопросу и э, нашли такие интересные э, местописания в Евангелии от Луки, где э, обетование в первой главе, в конечной части, где Дух Святой говорит об обетованиях Авраама, э, условиями их исполнения есть непосредственное рождение свыше, еврейского народа. И мы знаем, что э, это рождение свыше оно происходит только через веру в еврейского Мессию Ишуа. И э, это неминуемо не, не произойдет, об этом пишет Слово Божие. И поэтому мы, мы ожидаем этого момента, что еврейский народ, он обратит свой взор к своему царю. Слава Богу. В нашей главе мы также читаем описание семи казней. Я попытаюсь немножечко поговорить и об этом. Интересный момент. Тоже в прошлом году как раз я комментировал тоже данную недельную главу и мы рассматривали уже ситуацию казни, ситуацию фараона был ли шанс у фараона, которому Бог ожесточил сердце, или не было шанса как бы измениться, потому что так на первый взгляд кажется, что ну, если Бог ожесточил сердце, что, что же можно уже поделать? Но эту тему мы уже рассматривали, поэтому я хочу посмотреть немножко на казни, немножечко под другим углом. И в описании казни очень четко видно, что было четкое отделение еврейского народа от египетского народа. И произведя казни египетские, Бог что делал? Он являл себя еврейскому народу, но он являл себя и также египетскому народу. И мы знаем, что были казни, которые не касались определенную часть египетского народа, когда люди принимали понимали, что будет такая казнь, потому что Бог всегда делался, он пред, действовал, он предупреждал. И были казни, которые часть египетского народа не коснулись, которые поверили Богу. Были, были также часть народа, которая вышла вместе с, мы знаем, что Израиль вышел не сам, с ним вышли еще люди, люди из Египта. И вы знаете, мы можем смотреть, что каждая, можем смотреть, и мы знаем, что каждая казнь, в принципе, она олицетворяла казнь над одним из богов, из египетских богов, и что опять таки имело целью отвращение египетского народа от многобожия, потому что, как мы знаем, у них было очень большое количество определенных башков, которым они поклонялись. И э, в моменте того, что э, Бог, Он показывал себя как единого Бога, Он во-первых, э, Израилю, который находился в состоянии такого арабского мышления, он показывал силу свою и славу, он открывался ему в новом образе, он еще и показывал себя Египту. Он показывал Египту, что есть только один Бог Вседержитель. И э, то, что всегда в предшествии э, казни был разговор, э, Бог говорил, что будет так или так. Оно говорит о том и, и показывает милосердие Божие, э, потому что э, целью наказания, как мы с вами знаем, в принципе, есть исправление. И э, как мы читаем, наказанию предшествовало предупреждение. Бог предупреждал. И важно понимать, что целью вот этих вот Божьих судов не было даже воздаяния. Как бы думая о том, что из-за того, что там они поступали подобным образом, вот надо было делать только так. Да, воздая, и, и часть имела и воздаяние за то обращение израильского народа, но Бог преследовал цель и давал возможность раскаяния и прощения. И Всевышний, Он э, мстит своим врагам, э, но перед наказанием Он призывает все-таки виновных к примирению, чтобы в, в, и давая возможность врагам обратиться к Нему и, и обретить свой взор на истинного Бога. И знаете, интересный момент, что и, и, что еще вот сейчас уже даже на эти казни в наше время пытаются смотреть с, с научной точки зрения и пытаются объяснить эти казни. Правда, конечно, могут объяснить э, только 9 первые. Ну, еще получается объяснить. Десятую объяснить нельзя, потому что это здесь такое действительно ярко, необъяснимое, выражено чудо Божье, явление Божьей славы. Но 10 все-таки, они подаются объяснению. И вот я вам так коротко расскажу о том, что вот первую казнь говорят, что вода превратилась в кровь по причине того, что из-за сильных дождей, которые бывают в Египте, происходит смывание грунтовых вод с Абиссанского и фиопского плато. Там есть определенные э, микроэлементы, которые приводят к вымиранию рыбы. Вода становится красной, рыба вымирает, на фоне этого жабы начинают выходить. В общем, в процессе вымирания рыбы они заболевают определенной болезнью, и это приводит к смерти. Объяснение человеческим, ну, научно-научной точки зрения, люди пытаются объяснить э, казни Божьей. И объясняют, в принципе, до девятой казни. Вот, до десятой. Девятую объясняют, десятую объяснить уже не могут. И, ну, я не буду на этом останавливаться, я хочу сказать, что э, э, момент того, что э, в период, э, когда происходили эти казни, э, в принципе, мышление э, фараона, оно было, э, если не с научной точки зрения, но не с научной явно, то мышление было мышление объяснения, потому что э, объясняли они это с, с такой позиции, что есть высшая сила, э, которая руководит определенными стихиями. Вообще э, религия Египта того времени, она рассматривала вопрос с позиции такой активности богов. Какой-то бог активный, происходит какое-то действие. И э, момент того, что мы видим даже в первых, особенно это ярко выражено в трех первых казнях, что э, они пытались э, и объяснить все с, пози, с позиции вот э, понимания действия вот этих в, э, высших сил и пытались повторить, делая человеческое какое-то действие с видом того, что Бог с помощью людей может исполнить какие-то, или, вернее, человек может, призывая помощь каких-то определенных сил, исполнить то, что делается. Но это очень такое ну, шаткое состояние, потому что видно, что Бог являл себя для того, чтобы показать, что есть один Бог. Один Бог, который творит все и фокусируя внимание на, на себе, потому что, по сути, э, каждый из них знали цель Божью. Фараон знал, что должно произойти, знал Израиль, что должно произойти. Ну, каждый, правда, в своей степени знал об этом, но э, э, они знали, э, знали цель Божию. Они знали, э, э, Каким образом это должно происходить? Потому что было ну, перед казнью проговорено, как это должно происходить. Но но они каждый делал свой выбор по-своему. Я хочу сказать, что вот говоря об этом примере, я уже буду заканчивать. Я вспоминаю пример своей жизни, когда-то много лет назад Бог сотворил чудо в моей жизни. Коротко попытаюсь рассказать, Бог Благословил нас небольшим женой бизнеса. Мы одолжили деньги. И э, нам надо было отдавать сумму 500 долларов каждый месяц. Э, надо было каждый месяц отдавать эти части. Был ретрит. Вообще не был ретрит, и у нас стоял выбор. Поехать на ретрит или заниматься отдачей долгов. Мы сделали выбор и поехали на ретрит. В э, момент, когда мы были на дороге в ретрит, мне звонят и говорят, что надо срочно отдать сумму денег. Причем по приезду с ретрита что делать, возвращаться назад или ехать на ретрит. Мы принимаем решение ехать на ретрит. В конце ретрита чудным образом мы находим у нас в ежедневнике 1000 гривен. Это было тогда эквивалентно 200 долларов. Денег хватило. Вот мы приехали, отдали, десятину отдали, приехали, заплатили аренду, отдали долги. И знаете, чудо божье, но интересно то, что в ситуации... Бывает, я рассказываю эту ситуацию людям, и вы знаете, даже среди верующих людей, люди начинают пытаться объяснить. Это кто-то вам положил. Это сбивая фокус с главного, что не важно кто, не важно как, важно, что Бог прославился и Бог явил Себя. И вы знаете, в ситуации с фараоном, так же самое, неважно как, неважно что, Бог мог использовать э, и, и э, природные условия, даже если посмотреть с этой стороны, но Бог хотел явить себя, и Бог явил себя, и у фараона был шанс э, пойти другим путем до определенного момента. Это мы опять-таки рассматривали. И важно, Бог показывает, и в этом отрывке я увидел, что Бог показывает, насколько должно быть человеческая богоцентричность. Израильский народ, он увидел этого Бога, потому что, по сути, у него была возможность не выйти из Египта. В том состоянии, в котором они были, они могли сказать, нет, мы не хотим. Но они увидели действие Божие. Конечно, мы знаем в перспективе, что их фокус сбился, когда они сделали золотого тельца. Для нас это также пример. И пример того, что наш, э, наш фокус, наша жизнь, она должна быть направлена на Бога, что мы должны э, взирать на Бога, быть богоцентричными и смотреть глазами веры. Э, Новый Завет учит нас тому, чтобы мы взирали на начальника-совершителя веры, и нашего спасения Иешуа Мессию, и тогда мы этот путь пройдем, и пройдем не просто, пройдем, исполнив Божью волю, и зная, что Божья воля для нас есть, это быть участниками Божьего плана спасения. Божьего плана спасения еврейского народа и нееврейского народа. Поэтому пусть Бог нам поможет, соверши, зная этот план, смотреть всегда на Бога и... Действительно быть богоцентричным во всем.